Традиция украшать зимнюю ель на Рождество появилась на территории нынешней Европы. По преданиям германских племен, в лесу на деревьях жили злые духи. Зимой эти невиданные демоны становились злобными и ненасытными и требовали жертв. Чтобы задобрить нечисть, германцы вешали на деревья угощения. С приходом в Европу христианства эта языческая традиция сохранилась. Елку ставили в доме и украшали яблоками, кусочками ткани, вафлями и свечами. Звезда на верхушке ели символизировала Вифлеемскую звезду. Яблоки – запретный райский плод. В середине века на елке появились и другие украшения – цветы, ангелочки на бумагах, золоченые шишки, печенье, кусочки сахара и орехи. Первые стеклянные елочные игрушки появились в Тюрингии в Германии в конце 19 века, в 1848 году. По причине неурожая яблок. Находчивые стеклодувы городка Лауша взамен яблок начали выдувать и продавать стеклянные шары. Стеклянные яблоки были на расхват. Позднее стекольных дел мастера научились делать и другие игрушки – шишки, колокольчики, фигурки животных. В конце XIX века, кроме шаров, были популярны игрушки из золотой проволоки, ватные и восковые куколки, бумажные и картонные изображения ангелочков. Многие украшения делались своими руками, заворачивали в золоченую бумагу орехи, раскрашивали деревянные фигурки. В России обычай украшать елку попытался укоренить Петр I в 1700 году, но идея не прижилась. Интерес к этому появился более чем через 100 лет во времена правления Николая I. Моду на елки и елочные игрушки ввела императрица Александра Федоровна, супруга Николая I. Для царской семьи привозились стеклянные украшения из Германии и даже невиданные тогда электрические гирлянды. Однако большая часть украшений, как и в Европе, была самодельной и съедобной. Пряники, леденцы, золоченые орехи. В Советской России елка была запрещена из-за религиозного контекста. Елку реабилитировали в 1935 году. С этого момента началась эпоха советской елочной игрушки. Украшать елку стали не на Рождество, а на Новый год. Вифлеемскую звезду заменили пятиконечной кремлевской звездой и пиками-буденовками. Вместо ангелов на ветках появились красноармейцы и пионеры. Игрушки изготавливали из стекляруса, прессованного хлопка, папье-маше. На внешний вид игрушек оказывали влияние политические события, происходящие в стране. В 30-е годы на ветке вешали танки и самолеты, в 40-е все игрушки были парашютистами, к фигуркам прикрепляли кусочки ткани и получался парашют. После войны стали популярны игрушки, изображающие циркачей и героев детских сказок. В 50-е годы с наступлением сельскохозяйственной эры пришла мода на овощные фигурки. Из стекла и пластмассы изготавливали початки кукурузы, огурцы, помидоры, морковку. В связи с полетом человека в космос в 60-е годы космонавты и ракеты потеснили кукурузу. В 70-е годы в СССР наладили работу крупные фабрики игрушек. Поэтому индивидуальности в украшениях стало меньше. Появилось много одинаковых шариков и шишек, сосулек и колокольчиков. В 80-х годах в России стали увлекаться гороскопами, и это не могло не сказаться на елочных игрушках. Появились шары со знаками зодиака, символами года, которые остаются модными и сейчас. Можно по-разному украшать елку, покупать игрушки в магазине, делать их своими руками и украшать, как это сейчас мы сделаем с вами, ребята. Можно использовать для украшения бижутерию, старые фотографии и другие аксессуары. Неизменным остается одно – волшебство новогоднего торжества и ожидание чудес в новогоднюю ночь.